больше всего благодати. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим днем воскресным. Мы тоже хотим вас поздравить с вашим именем, с вашим днем. Примите, вы наш батюшка, а мы ваш приход. И мы хотим вам подарить наш микрофон. Ух ты. Спасибо, братья. Вы наш батюшка, мы ваш приход. Мы хотим вам подарить вот такое вот древнее Евангелие. Ваша обучала 20 лет вам служила. Мы надеемся, что это будет служить вам не меньше. Каждый хотел причаститься, вот, приложиться, принять участие к этому подарку. Вы этим древним Евангелием причащаете, будете причащать людей, будете их соборовать, вы будете заниматься спасением души и тела, участвовать в таинствах, вот это Евангелие древнее. И мы очень рады воспользоваться возможностью, воспользоваться вашим именем и приложиться к этому священному делу. Поэтому я думаю, что все в одночасье, в одной секунде скажут, что мы желаем вам, я знаю точно, мы все желаем вам много благая лета. Многое лето! Благодарю вас, дорогие братья и сестры. Я не очень люблю такие вот, знаете, когда там много внимания мне уделяют. Это мы тщеславие проверяем. Но сегодняшний день попал в мой именинный воскресный, поэтому сегодня столько много людей, вот столько вас. Всех вас благодарю, за всех всегда молюсь. Вот, и очень благодарен подарку этому вашему, потому что у меня действительно у нас требные Евангелия, требные, с которым езжу больных прочищать, соборовать. Вот, там вот оно уже такое старенькое, вечало. Вот, буду теперь радовать, и сам радоваться, и других радовать. Спасибо. Вот, нас сейчас послушайте благодарственные молитвы. Это не все подарки, Богу Божие, кесарю кесарю, все остальное в доме. Спасибо, Господи, батюшка. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.